поселились вот в таких домиках. Вот. Сейчас найду. Красота. Просто. На свежайший воздух. И... Да и вообще атмосфера. Такое. Корейцы говорят, о, это русское дерево. А я говорю, возможно. Ваша ж вы выпиливать не будете. У вас же президент не Путин. Вот, кстати, вам номера. Если захотите приехать. Номера телефона. Вот. Так, тут что-то выезжает. Сорян. Мясо. И, собственно, вот такой маленький вилледж. Мне очень нравится. И чуть позже покажу, как внутри у меня в комнате. Собственно, вот. Так классно у нас. Второй этаж. И сейчас я вам покажу, что внутри у меня в комнате. Заходим. Ну, во-первых, это просто потрясающе. Мой любимый балкон. Все из дерева. Внутри тоже все из дерева. Такой, ну, такая кухонька, которая здесь не нужна в Корее. Холодильничек, чайничек. Тоже мне не надо. Но сам вот этот запах, ребят, то больше мне не надо. Главное, что окна. Окна, сетки. Вот, собственно. Так, вот это что такое у нас? Это там какие-то соседи, наверное. Не мои. И ванная. Вот. Какие-то даже шампуньки есть что-то. Что-то пустое. Так, горячая вода, зубная паста. Вот, не надо таскаться. И, собственно, я счастлива, правда, я очень счастлива. Это все удовольствие со скидкой мне сделали, ну, наверное, за мою хорошую улыбку, хотя сегодня корейские праздники и выходные, и последние корейские праздники, соответственно, народу здесь просто нереально. Мне очень тяжело было договариваться по поводу жилья, так как я иностранка. Но корейцы хорошие. Корейцы хорошие. Они еще нас так вкусно накормили. Вот. И, собственно... Да! Это классно. Да. Люблю Корею. Кстати, это лучше, чем Чеджудо. А, удовольствие за этот номер стоит 120 тысяч корейских вон. Сеула 3 часа езды до
до острова на пароме 20. Ну, собственно, я буду уже начать до сигнала. Час лететь, зато море почище и как-то покомфортнее, наверное. Ну, посмотрим, может быть, завтра будет хорошая погода. А так, честно говоря, вот эти вот огромные боты, как там корабли, внушают доверие купаться, так что я пошла. Сейчас будет круто. Вот, сейчас будет круто. И еще вот меди. И с приправкой. Все классно. У нас спартанские условия. Короче, там отварили. Ждем тайфуна. Варим, значит, на суп. Что тут у нас? Попросила у китаянки, кстати. Ну да. А что, печка не работает, не могу печь? Так. Это вообще какие-то кишки, походу. Ну, тут уже все отварилось. Что у нас тут еще имеется? Морская капуста. Вот эти вот хуйнюшки. Дешевые, которые на песке собираются. Тут вчера они не пооткрывались. Явно дешевые, сдохшие. Короче, суп набор купили. Вот. Главное не отравиться. Ну вот это вот я как-то вот что-то без комментариев. Я вот лучше миди сожру и этот и сыр мой и колбаску вообще офигенную просто колбаску. Вот. Раскид пшеницы, ну и, короче, вегетаблс. Вот. Так, что-то моя шелпечка перестала работать, что фигня. Может, перекурить надо просто. Так, что не работаешь-то? Что не работаешь? А, все, давно. Так бывает. Иногда. Короче, варим суп. Не кричит что-то. Я тоже туда пойду. Вот это нам принесли. Кучу вкусняшек. Вообще просто кучу полную. Я даже не знаю. Здесь рис. Как это съесть? Мне на самом деле супчика было бы достаточно. Ну, тут просто вообще круто.